Молчу. Всем привет, с вами Артур и Дмитрий. Мы решили пройти кампанию Darkness 2. Будем играть вдвоем. Персонажей тут 4. Привет, Дмитрий. Привет, Дима. Привет, Москит. Ну, можно было последнее, конечно, не говорить. Всем Но у привет, тебя да. все равно написано это. А, да. Ты палишься. Странно. А почему так? Ну, потому что у тебя же в стиме, наверное, У нас москитник. нет, у меня ссылаться стоит с книги. Ну, тогда я не знаю. Я жму начать и выбираю персонажа. Да, сейчас я подумаю, кого выбрать еще. Я не расист, поэтому буду играть за бородатого негра. На базе это написано, что он бородатый. Он же бородатый. Так, вот за чувака с мечом или за девку с ружьем? Ну, мне как-то с мечом не понравилось. Подбегать надо ко всем. Давай за девку стреляем. Я за девку, я выбрал. Почитаешь о своем персонаже? Хорошо, что вы быстро собрались. Нет. Если никто не Ладно, против, там я уже сразу перейду диалог к делу. пошел. Дела у нас хреновые. Джеки сегодня пытались убрать. Он жив, но тот, кто не уважает его и его семью, должен заплатить. Теперь Джеки ищет Моя семья? людей с такими же Что мы? уникальными Мы семья его? способностями, чтобы Но выяснить, кто за всем этим мы стоит. имеем какие-то Для этого демонические силы, выяснится, возможно, нас какова семья, мы заразило, должны как... вас проверить. Не знаю, в чем. Для начала спасите парня по имени Джонни Пауэлл. Он Знаешь, что вроде плохо? хиппи, мистик или как-то так. Я в эти дела не лезу, Как-то это и звук вам не тихо советую. звучит. Надо было на Говорят, он погромче попал в лапы сделать. каким-то ушлепкам со свалки в Хелстеде. Надо ушлепков Притащить мочить. этого Джонни сюда. Я Физкульт знаю, на что столе служу есть. общему делу. Вот и Ну, рядом сидишь ты за славно. А телку? теперь за работу. Да. Да, сэр. Можешь головой Не пошевелить в думаю, мою что сторону. говоришь, сеньорина. Я смотрю в твою Здесь сторону нет сейчас. военной Да, базы. Но не видно сэр. этого. Ты что, издеваешься? Пора надрать пару жирных задниц. Ну, Правильно, жалко, урод. что так. Накатим по стаканчику и за дело. Да, я согласен. Да-да, Я думаю, толстый это тут я накатит и подхвачу. уже с нами И никуда не кровь пойдет. прольется в вашу честь. Что он сказал? Нашу честь. Блин. Откуда Фигово. ты знаешь, где я? Да. Бывает. Ты еще не купил себе крутую гарнитуру. Так, нажимает начать задание. Конечно. Понеслась. Брифинг, да? Там камера даже. Да блин. Так, как мне это сделать теперь? Тебе надо зайти в магаз и купить себе охладитель для ноута. Мне надо... Я знаю, как сейчас сделаю. Подожди. Да. Всего через 2 секунды только начну. Тут все равно никого нет. Так, прокачивать Так. нам пока нечего. Можно идти. Блин. Подкинуть его. Ой, их тут много. Кстати, мы играем на сложности третий. То есть по сложности. Говорил тихо, да? Ну да. У Не меня знаю, тихо. у меня... Наверное, хорошо. Ты слышал, что я сказал? Да, ты сказал тихо или что-то в этом роде. Нет, я сказал, что мы играем на третьей А, сложности. наверное. Это тоже тут легко. Так, надо сердце есть, я вспомнил. Ой-ой-ой, свет. Ты снайпер? Смотри. Ты уже наглеешь. Чего? Ты сначала вентилятором шумел, теперь еще по кнопкам стучишь. Я? Ну да, не я же. Что-то я не стучу, тебе кажется. На Алло. видео все увидится. Прямо увидится. Услышится. Да, все Как ваш день? увидится. Где Двигайся там? к цели, сэр. Серьезно, хватит Черт. офицеров. Где эта штука Я отрубалась? отрубил. Лучше соблюдать радиомолчание, сэр. Вы все в Масаде такие серьезные Тебе и патроны нужны? продвинутые? Мы Нет, все я все такие взял. серьезные. Конец связи. А, это то Сэр. есть ты можешь брать и я, и они никак на это не Наверное, они для влияют. каждого по-своему. Ну да. Я всегда Ну, где оставлял эти тебе. придурки? Что ты только что сделал? Я ничего. Вот это все подлетело красиво. Ой-ой-ой, свет, свет откуда? Да Меня он не сейчас... убивает, кстати, он просто слепит тебя. Он убивает. Да не убивает он Да тебя. убивает же. Ну, надо проверить, давай так. Я постоянно на свету и посмотрю. Ну постой.
Вот я стою на свету, и он меня не убивает. Может быть, у тебя антизагарное покрытие? Или медленно убивает, я не знаю. Но вроде я не умираю. Ну а зачем тогда отключать этот свет, всякие эти? Он мешает просто играть. Очень живописно. Может, обсудим данные и все такое. Ну расскажи какую-нибудь историю. Конец связи. Какую историю тебе жизнь? Так, не пистолет есть нужен тебе? Нет, мне не нужен. Блин, меня слепит. Ну, кстати, правда не убивает. Может, я поставил легкую сложность? Да не, вроде сложно, было киллер. Ну, киллер это третья должна быть тогда. Сейчас здесь будет толпа, помнишь? Ну, потом толпа будет. Да и сейчас будет толпа. У них всегда толпа. Опять только боль. Ой, меня казнить. Убьют, меня убьют, меня убьют. И ко мне. Нет. О, сердце. Надо использовать эти... черные дыры. Использую. Ой, это буква Г, по-моему, у тебя. Там еще одно сердце есть дальше. Так, погоди, я звук подредактирую. Ну, жду. Не, ну ты можешь поговорить там с чуваком. Ну, я сейчас открою, там прибежит толпа. Молчит. Ну, сейчас уже, наверное, все прибежали. Ты в моей власти. Да, он бегут. Сзади. Ты ему там казнь устроил? Да. Он того не стоит. Где там еще? Ты что, огнемет? А. Огнемет. Как-то я плохо ее запустил. Ну пофигово тебе. За выстрел в голову хорошо дают. Меня за убийство длани. Блин, блин, сейчас умру. Ну я тебя могу воскресить. Ой, сердце надо? Да, у меня половина хп только. Все, убили все. О, подкошки. А нет, там главный босс. Да какой это босс? Ну ладно, сейчас пойду убью его. Надо было казнить. Чё они в спортивках все? Спортсмены. Надо было тогда карате показывать. Я твое спасение. Люди на поп. О, господи! Спасибо, спасибо, спасибо! Вы мне жизнь. У него кандалы-то остались все равно. Стотика. Ну. Ну, все равно странно. Чё он ничего не говорит? Он говорит. Да? Да. Вас прислал. А у меня он просто на меня смотрит. И молчи. Потом послушаешь. Я в принца Персии переиграл. Да уж. Ты меня молчал. Здорово. Спасибо, что спасли меня. Не волнуйтесь, мы с Джеки разобрались. Теперь мы друзья. Я пока апельсин почищу. Он ничего мне не сделает, он вообще мирный. Он мухи не обидит. Отличный пацан. Он велел тебя не трогать. Так что не бойся. Теперь к делу. Да, точно. Чего бояться? Что такое вообще? Не завязали, наручники не я надо, еще сюжет не проходил. Не махали. Особо. Говори, что знаешь, а то обратно привяжу. Но он что-то знает о демонах. Так, ладно. В городе просто тонна темной энергии. Она повсюду. Ее все больше. Я-то знаю. Пальцами видишь, он знает. Хайром. Даже яйцами. Яйцами чувствует. Суперсила. Я пошел посмотреть. Мощной энергии. Но там на меня эти уроды навалились.
кто там не стоит за всем этим, он связан с тьмой. Вы закончите, что я начал. Валите на Бродсайд, найдите, откуда течет эта темнотища. Угу. То есть валить на Бродсайд и узнать, откуда течет темная энергия. Темнотища. Угу. Надо прокачать что-нибудь. О, ну, ничего. Тут же гибкая система прокачки персонажа. У меня уже прокачано тут. Да, я знаю, потому что мы начинаем новую кампанию, а остаются эти все силы. Хорошо, пока. Разумеется. Ты четкий мужик. Ты же доктор. Поэтому знаешь, что я тебе скажу? Надо признаться, что мы уже играли 3 раза и проходили 2 миссии каждый раз, проверяя, какого чара выбрать. О, увеличение от черной дыры я возьму. И еще что-то надо взять. Иногда помогает. Полуночник открывает мне портал к великой пустоте и отправляет нечестивцев туда, где им место. Миленько, да? Миленько, да. Ну, вроде что-то есть. У меня аура есть теперь какая-то? Да, ты как в сумерках эти ублюдки светишься. Может, мне кажется, я не знаю. Может, у тебя кнопка какая-то. Ого, я коллаж взял. Что-то у меня звуки некоторые пропали из игры. Перезайди. Иди, два придурка, которая должна прийти сюда. Да ёпара сюда. У каждого персонажа одинаковые скиллы, насколько я понимаю. Нет. Например, у меня темное оружие есть. Особый скилл. Нет, я имею в виду, что мы каждый раз начинали за других чаров, и все равно скиллы как-то выглядят одинаково. Ну да, да, да. А, я ненавижу это. Долгий спуск. Я переключусь пока. Пойду почитаю что-нибудь. Анекдот зачитай, с Башорга, может. Подожди. О, черт. Не поворачивайся ко мне спиной. Я к тебе спиной повернулся? Да. Не могу развернуться. Так, блин, не успел даже зайти. Башорг. Мы еще едем. Ну ладно, ладно уже. Вентилятор будет обидеться. Да, я уже слышал. Ноет. Ладно, бежим. Где? Он умер? Да. Ты его добил. Да нет, ты его убил. Эй, как дела? Нашла источник. Он скоро будет обнаружен. А ты убиваешь эту фигню, что ты его подкидываешь? Нет, она его просто подкидывает. Не, ну может быть чуть-чуть и коцает, я не знаю. Просто их легче убить после этого. Я нажму кнопочку. Да, нажму. Не могу нажать. Тут фонари. Блин, у меня звуки пропадают из игры. То есть я слышу, что она говорит. Чего ты с ним ходишь? Думаю, есть оружие получше. Так, меня сейчас убьют. Дай сердце. Бред какой. Жадина. Все, кого коснулась тьма, просто психи. Я не хочу сказать, что ты спятила, но странно все это. Жизнь вообще странная штука. Ладно, как найдешь источник тьмы, говори. Так, да мне нужно сердце. Еще сердце надо. Почему прицел не работает? Или чем прицеливаться? Прицел работает, но он такой фиговенький. Какой кнопкой? А, ну, прицел просто стоит уже. Он по определению. Нет, стоит. Но можно, я имею в виду, приближать. А, его можно приближать? Ну, в главной игре я мог. Правой кнопкой, или не правой, я не помню какой. Надо узнать. Что-то там приближало точно. Так, что нам нажать надо было? 2 рубильника. Угу, сейчас сначала беру, я зайду. Можно оба сразу нажать. Может, нельзя. Так. Отбейтесь от гангстера. Да, они, наверное, сверху сейчас полезут. А, да, да. Блин, коллаж бы взять. Ай, патронов. А, нет, есть. О, можно, по-моему, нажать. Нет. Куда он стреляет? Он там рядом. Нет, это ты стреляешь. Что происходит? Сверху они. А, ну да.
Это ж мой район. Ой. Чтобы попали они в черную дыру, надо по ним стрелять. Типа они тогда улетают, не могут удержаться? Да. Одна пуля, и они там. Так, штурм затащили. Где там? Сверху, наверное. А нет, снизу был один. Еще где-то один. Все? Вон, а нет, вон, подсвечены. Вон, да, вижу. Да, вижу. Ну. Ну, бей второго. Ну, пока я дойду до него. Есть, убил. Я ж мрубильничек. Давай. Сейчас ублюдки полезут, по-моему. Ой, сколько тут денег. Зачем нам эта сила темная? Так, а, всё. Тебе силу надо эту взять внизу, не? Да, надо перезагрузить этот дебильный дух. А, он взорвался уже. Сейчас эти же придут, да? Помнишь, ну да? Да, ну да. О боже, сейчас начнется. Уже смотрит, началось. Смотрит. Я их не вижу пока. А вот они, да. Один. Да, вижу теперь. У них сердца хорошие. Очень. Но я их просто убиваю без сердец. Блин, все красное. Да, это не очень круто. Найден артефакт тьмы. Дешевые, вероятно, спецэффекты. Это и есть источник темной силы. Им наносили знаки. Прочесть их не удается. Ладно, надо взглянуть на эти ваши находки. И захватите мне пару гамбургеров. Итальянскую жратву видеть уже не могу. Джеки, я пару сердец захватил. Внизу. Ну, отдам чуваку, пусть пожует. Типа гамбургер. Плохая шутка. Ты пробовал эти сердца? Все равно плохая шутка. Себя шутит, это изменял. На восковой печати Джеки и на этом артефакте один и тот же знак. Что бы он ни значил, он связан с тьмой. И меня это напрягает. Я по-прежнему не знаю, вижу, что как он напряжен. Левый или правый? Достаньте чувака, что? Напряжен. Он торгует оружием и артефактом. Вещица его, так что возьмите. У него там вот... Карманы, деньги? Проявляю уважение к таким вещам. Ладно, ладно, повеселиться уже. Может быть. Что за дела? Он богат. Зажиточен. Ну ладно. Так, что-нибудь прокачать, наверное, можно будет, да? Да, у меня каких-то два кружочка над, ну, на экране сверху имеются. Я не знаю, что они значат. Это аура, это аура, это аура. Извините за Джонни. Не обращайте на него внимания. Он забыл свое место. Ладно, найдите. Так у меня как-то сущности маловато. 630. Если что, он вам поможет. Задание ясно, сэр. Опять, сэр. Ну, емкость магазина я точно не буду повышать, так что... О, два, три чувака. Почему тут три чувака? Было два когда-то, я помню. А, та-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 та. Стоять! Стоять! Ну, блин. Жив, цел. Орел. Вычихнул. Здорово, бать. Спасибо. Это все апельсин, поганец. Цитрусовые. Кто? Ой. Меня сейчас убьют. Будешь меня воскрешать. Все. Я пал. Да. На свет встал. О, меня зовут Дюмон. Почему ты не взял этого чара? Потому что я не хотел. Тебе по имени подошло бы. Димон, Димон, и все. Там сердец куча, если хочешь. Где? Внизу, внизу. Вообще нет, не куча. Вообще только какие-то куски мяса вижу. Просто когда я активирую свою суперспособность, типа оружие тьмы, она их убивает. Мясо. Стёбля. А как ты активируешь свою способность? ПГ. Но у меня Г только это... Черная дыра? Да. Но это у каждого своя способность. Я какого чара не выбирал, у всех черная дыра. Народу должна быть.
Что-то я потерялся. Вот, по-моему, до сюда мы дошли, тут до босса и все, да? Ну, мы дальше играем, конечно. Ну, в смысле, еще далеко идти можем. Тут где-то реликвия... Нет, реликвия была на прошлом уровне, а я забыл. Ну и ладно. Не-не-не-не, она была далеко еще вперед. Ты уверен? Да, мы еще, помню, по другим каким-то шахтам бегали. Там. Ну, не шахтам, а где два... еще один лифт мы видели. Музыка такая героическая. Вообще музыки нет. А, я отключил, наверное, ее. Ой, тут их много. Уже нет. Эх, надо пистолет какой-нибудь достать или другой автомат, а тут уже надоел, Узи. А мне давно тут не нравится, что-то дробовичок у него. Черная длань. Жалко нельзя, чтоб ты мне отдал дробовик, я бы с посохом, с дробовичком. Ты не офигел? А ты с автоматом. Спасибо. Я сейчас карабинчик взял. Оп. О, как ты метко. Нет, я переоценил себя. Пошел ты. Вот, помнишь, сейчас взрывать это, потом еще фигню. А, да-да-да, тут еще могу быть, действительно. Я тут побегаю, поищу, может, какие-нибудь секреты найду в переулках. Yeah. А, свет. Свет, свет, свет. Не любитель света. Блин, я помню эту фигню. Какое? Сам тушишь его. Хрен знает. Опять только боль. Ой-ой-ой, на меня с какой-то битой бегут. Бешеные. Блин, трупы пропадают. Да, думал, нереалистично. Так. Так, что это? Автомат. Почему простых людей нету? Это кто? Ну, это бандит, я думаю. Секта. Сам не попади туда. Я ж не. Туши свет. Ой, я уже тебя испугался. У меня патроны кончаются от УЗИ. А у меня бесконечные. Здесь патроны есть. А у меня бесконечные. Эй, не стреляйте! Меня Винни прислал. Я вам помогу. Друзья Джеки, наши друзья. Спасибо, чувак. Так я хочу его уже убить. Ему не подходит рюкзак. Рюкзак на спине под костюм. Это сделать, но босс меня вообще на дело не выпускал. Ой, его зовут Дольфо. Вот теперь я ему покажу, чего стою. Ну, я не знаю, но у него ну рот вообще, если честно. Подойди, посмотри на его лицо. Может, он меня станет на дело посылать? Нос забавный. Бери чемодан. Так, что тут у нас? Defender. Я называю убить их. Так, я никого не вижу, но кто-то где-то стреляет. А вот он. Опс.
своеобразная система лечения в Литлбеке. Да, немножко надоедает собирать эти сердца. Так, куда идти? Угу, понял. Ой, я пистолет нашел. Взрывать. Наконец. Взрывать этого придурка надо сейчас. Где он? Там. Топ-топ-топ-топ. Сейчас будет? Прямо за... Ой, тут и полиция, и все тут. Надо уничтожать их. Я ничего не знаю. Они сказали, что убьют нас, если мы... О, вот он, мой автомат любимый. У них адреса всей моей семьи. Мы их правда же сейчас его убьем. Я не знаю, откуда они взялись. Я убиваю его? Ну, конечно. Я убью. У меня нет выбора. Он говорит правду. Значит, больше он нам не нужен. Задел ну, тебя. Да, да. Так. Он выжил? Да. Так, я сейчас подберу. Убийство плюс 100, блин, очко. И сердце еще убью. Красная началась жизнь. Да. У меня есть, если что, оружие тьмы. Сзади. Ой, как ты его откинул. Черт, нифига не видно. Что удалось выбить из Луиджи? Эй, где он? Однако мы нашли у него артефакт тьмы. Весьма могущественный, должен сказать. Ладно, блин, ну ты урод. В упор, если посмотреть. Ты конечно знаешь, что ты негр, но блин. Текстурки. Да-да, текстурки фигня. Я чувствую, как растут волосы. Странно. Так, что это у нас? Что он чувствует? Волосы растут. Артефакт подтверждает то, чего я так боялся. И почему я всегда прав. Черт! Почему я не идиот, как вы все? Короче, артефакты и печати связаны с братством. Слышали о таком? Это вроде как самое древнее тайное общество. Их босс псих по имени Виктор Паленко. И это плохие новости. Отстреливается. Артефакты, все совсем хреново. Надо будет порадовать. Фу, что делать, да? С помощью этих артефактов ищут оружие. Там еще справа кто-то есть. Оружие, которое на слово братство обозначено. Нет, он так же шевелится. Вот что они нашли. Они он просто стоит. Что бы там ни было, странно. Это плохо. Нам надо... Да что такое? Не отвлекайся. Ищи, какое оружие откопали эти ублюдки. Свифти с Луиджи — мелкая рыбешка, но они работали на Сетра. Дуйте на Бродсайд, выясните, что знает этот хмырь. Так, что у них там происходит? Ну, по сюжету там вроде перестрелка в доме должна быть, насколько я знаю. Экшн. Экшн. Ну а Тони, мы сейчас дуем. Тони или как его, Джеки, эстакада. Угу, Джеки. Так, где черная тьма? Вот ну, что там с Седра? Надо скорее понять, какое оружие нашло братство. Ох, у меня 840 сущности. Мы остановим братство. 1200. Так. Я встречался с ними раньше. Они мне не чита. Прекрасно. Тогда заставь их говорить, а потом пусть заплатят за все. Я пока дальше про этот символ поищу. Если меня не пристрелят, сука, зачем я вот связался? На Википедии приколи, ищешь что-то, а тебя там пристрелить пытаются. Так, посмотрю, есть тут что-нибудь. О, фургон нормальный такой. Видал? Сейчас. Ты огнестрельным оружием стреляешь, да? Постоянно стреляешь? Ну, мне больше нечем стрелять. Ладно, пока это лучше. Все, пошли. Видал? Че? Фургончик. Я бы в детстве за него все отдал бы. Блин, мы в детстве в нем штабик бы сделали бы. Но. Ну, любой штабик был бы. На переднем сиденье. О, там чувак стоит.
Где? Мне показалось. А он стоит. Ой, он уже мертвый. Стоп, он не мертвый? Это странно. Ого, привет. Казнить его. Странно, почему я не смогу убить? А, потому что ты, наверное, быстрее. Я быстрее. Жалко, только одна казнь имеется. Это... Да, это да. Печально. У Джеки их там много. Да. Что, да, ты ж не играл? Я же видел. Я же не слепой, глаза там у меня есть. Любопытный. Братство заплатит за все свои грехи. Ну зато если казнить, сердце не дают. Что у них, сердца исчезают, если казнить? А ты поглощаешь так сердце. При казни так поглощаешь. Понятно. Вставай. Валера тут решает просто. Валера? Да, у меня Валера. Мощная длань. 77 патронов от Валеры еще есть. О, 95. Я нашел реликвию. О, я в прошлый молодец. Раз ее нашел. Я молодец. Вот, наконец-то мы оказались на том уровне, где мы закончили. Ну, да. Кстати, я записываю, не останавливая видео ни на секунду, то есть... Надо бы будет на следующей миссии остановить, а то мало ли рассинхрон звука пойдет. Я честно не знаю, как он тут, но может быть. Страйкер, возьмем страйкер. Плюс часть какая-то получится на час. Так, ну что, идем? Да, я тут сейчас потушу свет. А куда нам идти? Лифт вызвал. Сейчас он полчаса приедет. Ага. Я жду других. Я игроков. Боюсь. Это застряну на полчаса опять. Ты ж смотрел фильм «Дьявол», да? Да. Вот так же сейчас тут. Почему приседать? Да, блин, даже присесть не могу. Кто тут? Кто тут? Стой, 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 не убежите. Поговори с Валерой. Что ты творишь? Оставь мне, у меня же экспы нету. Что? Да ничего. Это весело просто, ты убивать эту дланью при ночном, ой, при еще супер оружии. Я потом в компании повеселюсь один, пока можешь убивать всех. Опять звук весь пропал, как бесит это. Так, фонарь. Я ничего не знаю. А, вот этого сейчас мы будем убивать. У меня дети. Дети, много детей. Правда? Да, он в броне был, и помнишь? Все дело с силами, которых ты не понимаешь. Давай, расскажи мне все. И душа, покинь тебя. Это печально. Да. Ты будешь просить меня смерти. А что ж они не умирают? Ты умер? Да. Ёпарасоте! Ты умер? Да, да, еще 50 секунд умирать буду. Димон? Димон? Ну я же говорю, тебе надо было выбирать. Ну ты не Димон, ты Димон. Но тебе надо было выбирать все равно. Осторожно. Не сильный довольно. Да, у них эти броньки есть. Ой, свет, свет, свет. Свет, свет, свет. Кто там? Никого. Только не это! А иди ты! Да идите вы все! Они забавно ноют. Я верил только в грёбаного Санта-Клауса! И тот с трудом! А тут набежали монахи, маги, мафиози-демоны! А теперь еще и вы, идиоты! Я задолбался жить в таком мире! Я и рад бы забыть, что видел! Да ведь не выходит! Не выйдет! Про братство ваше долбанное ни
ничего не знаю. Платят наличкой, ненавидят Джеки. Все, теперь делайте, что хотите. Я так больше не могу. Пусть душа твоя найдет искупление. Чего? Так, сейчас, давай. Вон он. Осторожно. Да. Я тебя закопаю. Нифига, в упор вообще не подходи. Я убегаю. Если убьют, говори. Он пропал. Где он? А, он там. Он же. Пригинайся. Стелсом давай. Ой. Отошел от меня. Так, достану-ка я автомат. Так, у меня сейчас воскрешение понадобится. Да откуда он стреляет? Черти. Ты труп? Ну, еще нет. Что он врет? Ура! Все, 100 пунктика. Братство получит тьму. Что там? Я зажал спейс, чтобы посмотреть. И мы умоемся кровью. А кто это? Это он? Наверное. У него приход. Копье судьбы. Есть только одно копье судьбы. И дела наши плохи. Вы ждете других игроков. Так, подожди. Что-то здесь. Посмотреть фургон. От фургона исходит темная энергия. Да что ж ты? Едем так на телестудию. Посмотрим, как она с этим связана. Ура! Ну, довольно легко, кстати, убили его. Да. Страйкер рулит. Супер оружие. Так, первая часть наконец-то закончена. Тихо. Нет, сейчас пусть говорит. Сучка. Этот символ. В общем, ничего нового я вам, друзья, не скажу. Википедия не помогает. Вот дерьмо! Пули, как мы знаем, Джеки не берут. Ему тут башку прострелили, и он ничего живой. Лица, правда, нет, но и хрен с ним. Но копье судьбы, это копье... Знаешь, он лучше шутки рассказывает, чем мы. Если копье у братства, то у Джеки серьезные проблемы. Он вроде как может помереть с концами и потечет по улицам кровь невинных. Отправляйтесь на телестудию и попробуйте там что-нибудь найти. Я пока приращу Джеки лицо. А заниматься вами будет Дольфа. Дельфин? Дольфа. Это тот, который, по-моему, чемодан отдал. Так, сейчас да, выключаю. Раз, два, три.